У профсоюзов Курской области новый лидер. Им стал бывший заместитель председателя Алексей Лазарев. Его выбрали путем голосования. Новый глава пришел на смену Игорю Микрюкову, который руководил региональной федерацией в течение 13 лет. Он ушел из жизни 4 ноября. Профсоюзы давно стали надежными партнерами власти, заметила замгубернатора Людмила Гребенькова. Цели и задачи совпадают. Одна из главных – защита трудовых прав работников. Хорошая практика сложилась совместной работы в плане подписания и реализации трехсторонних соглашений, которые заключают, прежде всего, государственная власть, профсоюзы и работодатели.